Очень скоро к коржику, карамельке и компоту пришли друзья. Их было так много, что на прием выстроилась длинная очередь, как в самой настоящей больнице. Жми на пациента, которому назначено. Котята играют в доктора. Пациенту не нравится врачебный кабинет. Давай успокоим его. Спокоен и готов начать лечение. Подберем такую линейку, чтобы она понравилась пациенту. Отлично, пациент доволен. Теперь измерим ему рост. Опусти измеритель на голову пациента. Рост пациента высокий. На каких весах взвесим пациента? Вес пациента средний. Продолжим обследование. Верим слух пациента. Жми на предмет, название которого услышишь. Лиса. Правильно. Рыба-молот. Правильно. Заяц. Правильно. Слон. Верно. Слух пациента в пределах нормы. Послушаем стетоскопом все проблемные зоны. Перетяни стетоскоп на проблемную зону и удерживай его. Здесь все в порядке. Проверим, у пациента проблемы с легкими. Дадим больному мятную конфету. Найди нужное лекарство и перетяни его на пациента. Проблема решена. Продолжим обследование. Ugh!